заглянула на дачу к своему брату. Вот такие у него помидорки, выращивает их. Ой, и здесь тоже кошечка. Вот такие громадные. Выращивает их вот в таких ведерках. И говорит, что очень-очень доволен. Ну и вы сами видите, какой вот урожай. Такие зеленых еще много. Вот помидорки. Я же самые крупные сорвал. Ты уже крупный самый сорвал? Самый крупный. Ага. Ну ничего тогда. А вот черненькие. Вот такие. Ой, оторвалась одна. Вова. Я вешал. Самая крупная была. Сколько весила? 664 грамма, да? Вова, а я тут вижу какую-то черненькую. А? Черненькую помидорку. Она что, от тумана черная или сорт? Черт. Помидорка черная. Черная? Да. Такие они есть. Ах, это ее сорт такой. Ну, ты смотри. Я знаю, что? Ау. Это, у меня один таможенный куст, да? Ага. Черный, да? Да. А уже темнелось, да? Ну. Я смотрю, они привязь, да? Ну. Я взял его, вырву. Ты думал, и, что, да? Конечно, я вот, они как, она упала вот так вот. Да, ну, да, вот, да. И я думал, привязь, а потом было уже темно. Ага. И я взял его. Воткнул. Вырвал. Один остался, да. А потом ты смотри, ну надо же, это же, конечно, сорт, батюшки. Надо мне попробовать. Вот и сколько здесь. Один кустик говорит, просто вот они такие красивенькие висят. Как крупный виноград. Как крупный виноград, говорю. Надо же. Я залезла прям в самые сюда вот. Дебри. Такие. Вот они помидорочки. И вот эта черненькая помидорка. Вот такая. Интересно. Это я вот сейчас сорвал. Смотрю, не спела, я взял это. Вот такая груша. Молоденькая совсем деревце. По стволу даже можно определить, да? И вот так она увешана грушами. Вот так. Висят веточки. Усыпанные грушами. Вот сколько. Маленький. А попробую сейчас, Вова, попробую. Да, отрываю одну. Вот, сорвала себе грушку. Вот такую. И хотела вам еще яблоню показать. Вот груша. Посмотрите, какая яблоня. Высоченная, высоченная. Как там яблоки доставать, я не знаю. И вот так облеплена, просто облеплена яблочками. Вот так облеплено. До самого, смотрите. И каждая ветка. Очень интересное дерево. Вот. Все облеплено. Отойду немножко подальше. Вот такая высоченная просто. Я такое дерево еще не видела. Яблоню такую. Напротив моей дачи находится дача моего брата. Посмотрите, какая клумбочка красивая. Цветочки самые-самые разные. Красивенькие такие. Космея или цветная морковь. Я уже говорила об этом, что мы в деревне у мамы. Вот эту космею называли цветная морковь. Не знаю почему. Вот так. Такая красивая грядочка.